Дорогие друзья, я доктор Александр Шишонин, приветствую вас в своей клинике. Начнем мы сейчас вот с входа в клинику и проведем небольшую экскурсию, чтобы вам было понятно, как и что здесь у нас происходит. Пойдемте. Вот здесь вот находится ресепшн. Значит, соответственно, тут пациенты оставляют верхнюю одежду, записываются на прием. Вот, администраторы, значит, их фиксируют в записи и принимают звонки. Также осуществляются здесь все расчеты. В общем-то, помещение большое, просторное, красивое. Специально для вас все сделано. Здесь находится стенд клиники, то есть все лицензии, все патенты размещены на этом стенде, которые позволяют нам осуществлять законную деятельность на территории Российской Федерации. Вот это наш большой коридор. Здесь мужская раздевалка. Мы заходить не будем, там люди переодеваются. У нас так тут оформлено красиво, тут плакатики висят с пациентами, которые занимаются в зале. Вот. И женская раздевалка точно так же оформлена. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Здесь большой холл перед моим приемным кабинетом. Вот. Потом дальше там мой приемный кабинет будет. Здесь вот в этом кабинете проводится диагностика УЗИ. В данном случае пациенту проводим мы не первичную диагностику, а промежуточную диагностику для того, чтобы выяснить, как идет лечебный процесс, насколько эффективно. Ну, сейчас доктор будет оценивать кровоток. Обычный сначала, потом микроанатомический посмотрит. И, соответственно, это дополнительный критерий, по которому мы можем понять, насколько эффективно или неэффективно идет процесс лечения у данного конкретного пациента. Вот здесь, видите, написано «корректологи», то есть это люди, которые помогают мне осуществлять коррекцию. Вот. Сложных пациентов, когда откорректировали, уже дошли до фазы такого более-менее выздоровления, потом ребята помогают корректировать дальше. Посмотрим их кабинет. Вот здесь вот корректируют наших пациентов мои помощники, помогают мне. Таких кабинетов у нас несколько. Так что всем места хватает. Откорректируем всех. Мы теперь заходим в сердце нашей клиники, реабилитационный зал. Здесь у нас идет процесс реабилитации. Каждый пациент выполняет свою определенную программу, которая рассчитана на конкретное его заболевание. И его контролирует бригада наших специалистов по коррекции. Значит, зал большой достаточно, пойдемте посмотрим. Вот происходит процесс выписывания программы. Здесь вот идет процесс растяжки задней поверхности бедра у пациента. Здесь девушки беседуют у нас. Да. Ну, соответственно, на все группы мышц, на все группы глубоких мышц, на каждый позвонок мы можем здесь дать комплексную свою такую четкую нагрузку для того, чтобы не загружая пациента, с одной стороны, достигнуть максимального эффекта по его оздоровлению.
и приведение его организма в порядок. Мы приглашаем вас к нам в клинику для того, чтобы вы могли привести себя в порядок. Мы вам в этом поможем.